кажется, что это, в общем, довольно-таки неплохо. То есть после первого же угла я могу сделать тот же отбор оружия. После чего нанести удары. И со стороны это кажется довольно-таки здорово и круто. На самом деле это все показывает. Почему? Скорость ударов ножом настолько быстрая, что даже видно, скажем, на примере пяти углов. Я не знаю, видно будет или нет. Можно так снять чуть покрупнее. Вот классические пять углов арниз. Если их делать так, то да, действительно можно сделать эти переводы. И можно даже обезоружить. Но реально скорость работы с ножом выглядит так. 5 углов. Это реальная скорость. Если найдется хоть один человек, который скажет, что он может противостоять на подобной скорости ножу невооруженными руками, добро пожаловать. Я сделал только 5 углов предсказуемых, без финтов, без метода швейной машинки, так называемой, когда если мы находимся в стойке, то сделай, пожалуйста, у меня отбор классического оружия 5 угла, Андрей. Он уже у меня вылетел. Можно такие вещи видеть, например. Можно видеть такие вещи. А вот так бьют на улице. Я возьму так, чтобы не ударить Андрея. Вот, пожалуйста, вам пятый угол. Как вы видите, большинство школ часто занимаются обманом. Работают на низких скоростях, говорят, что, ну, конечно, мы это сделаем на более высокой. Но на самом деле, будучи 3 раза с учениками в учебных лагерях на Филиппинах, мы не особо много видели, кто бы это делал на высокой скорости. А если и делали, то никто не лез голыми руками. Это как бы очень важно. Напомню слова того же Лео Гае. Если мастер вам говорит, что он может вас обезоружить голыми руками, а вы будете вооружен ножом, то это плохой мастер. Бегите от него. Он вас ничему не научит. В системе Spindle мы разработали, точнее говоря, я разработал, мне помогали мои ученики, ряд техник, которые более-менее, хотя бы на 50% позволяют противостоять вооруженному противнику. Большая доля заслуги здесь в деятельности моего учителя Ричарда Крейг де Бардеса, который является маха-гуру стиля Харимау Минунгабау Лумпатсила. И вот, вот если у меня в руках уже палка, а у противника нож, здесь, к сожалению, я не могу быстро показать, если только по воздуху. При малейшей атаке, нанесении удара, следует мгновенная контратака. Если это делать медленно, например, если идет атака классическим вариантом боксерских ударов джеб-кросс, я затягиваю руку Андрея, используя инерцию его тела против него самого. Удар кастетом в бицепс. Блок. Сбив блока, удар. 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 Ну, первый мой удар идет по глазам. Он идет в глаз. Я, чтобы не травмировать партнера, наношу его выше. Очень быстро постараюсь сейчас сделать. А после этого я оставляю руку с этой стороны.
Для чего? Для того, чтобы можно было контролировать обе руки. После этого я могу нанести контратаку. Я снимаю. Захват за ухо. Удар головой. Удар руками. Или сразу сворачивание головы. Также можно использовать, скажем, стену. Естественно, я не могу это сделать быстро. Удар в пах. И удар о стену. Итак, в принципе, филиппинского бокса это в основном не маневр. То есть, если джаб-кросс. Если в боксе я делаю уклон, то в филиппинском боксе я стараюсь сразу нанести удар. Вход является основой нашей школы. То есть я вхожу для ударов, которые должны вывести противника сразу. Сразу удар. Сразу удар. Сразу удар. Ловушка. Ухо. Глаз. Песок. Если даже человек напрягся, передачу я делаю не за счет руки, а за счет поворота бедра. Какой бы он сильный ни был, мое тело мощнее, чем его рука. Тут же, соответственно, наношу удар. Противника мы вводим в такое положение, чтобы он полностью беззащитен для нанесения решающего удара. Этим ударом, как правило, мы заканчиваем бой.